Остался последний пустой стул. На него сядет или не сядет Юлия Смолянцева. Для нее это вторая попытка покорить X-Factor. Здравствуйте. Здравствуй, Юля. Как ты? Вполне. Все заряжена. Хорошо? Да. Все хорошо? Да. Что исполняем сегодня? Я выбрала песню Полины Гагариной «Кукушка». Я просто не знаю своего наставника, как он относится к таким, допустим, песням, к такому творчеству. Вот. И я просто покажу, на что я способна. Я надеюсь, что это оценится. Страха нет. Зачем? Это ведь такой же человек. Я надеюсь, что он уловит это настроение, поймет его и пропустит дальше. Песен еще не написаны сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить и на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь если есть порох, то дай огня. Вот так. Для себя определилась, вот особенно за последний год, что ну, я хочу петь, и даже если там сейчас у меня что-то не получится, ну, я буду учиться дальше. Так, Юленька, вот ты, безусловно, талантливая девчонка. В тебе столько огня, столько харизмы. У тебя хороший голос, красивый, с таким замечательным диапазоном. Красивая, фактурная, совершенно, ну, безумно талантливая девчонка. И что, тебе нравятся такие песни? Да, мне нравятся такие песни. Но она сегодня тебя не спасла. Это великолепная песня великолепного автора, музыканта и поэта. И я очень рада, что ты выбрала именно эту песню. Ты выбрала версию Полины Гагариной, с которой ты не справилась, да? Ты эту песню прожила на сцене. Мне вот это очень сильно импонирует. Потому что при всех очевидных минусах сегодняшнего исполнения мне нужно сейчас принять свое решение. Я хочу попробовать еще раз дать тебе шанс. Спасибо тебе. Все, ты что? Ты замечательная. Очень молодец. Давай, держись. Давай.